Спасатели в Турции за последние сутки вытащили из-под завалов несколько выживших, включая эту 17-летнюю девушку, которая провела под обломками 258 часов. По официальным данным, погибшими в стране числятся уже более 38 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. Жертвами катастрофического землетрясения в соседней Сирии стали уже не менее 6 тысяч. По оценкам ВОЗ, в гуманитарной помощи в Турции и Сирии нуждаются около 26 миллионов человек. ООН объявила о сборе 1 миллиарда долларов на эти цели для Турции и 397 миллионов для Сирии. The Secretary-General said that Turkey is home to the largest number of refugees in the world and has shown enormous generosity to its Syrian neighbors for years. And now is the time for the world to support the people of Turkey, just as they have stood in solidarity with others seeking assistance. На территории Турции свыше 50 тысяч зданий разрушены полностью либо значительно повреждены, а до некоторых строений эксперты еще не добрались. В Турции число временно переселенных в другие регионы из районов бедствия лиц составляет более 216 тысяч. По последним оценкам экономистов, на восстановление потребуется до 84 миллиардов долларов. В Турции в рамках расследования причин масштабных разрушений расследование ведется уже в отношении свыше 220 сотрудников и руководителей подряд. Организаций.